бассейне «Альбатрос» дали старт второму этапу третьей летней спартакиады молодежи России по плаванию. К конкуренции готовятся сильнейшие молодые дарования со всей Сибири. На кону выход в финал турнира. Первый день соревнований – дистанции масса. Парни и девушки поток за потоком бороздят лазурную воду «Альбатроса». Выявляют фаворитов на 100, 200 и 1500 метров. Вольным стилем на спине баттерфляем. Очень тяжело раскладывать соперничество. Много сильных девушек, с которыми приходится воевать за место. Но я считаю, что могу показать хорошие результаты. Не знаю. В Омском бассейне впервые плывете или уже приходилось здесь плавать? Это уже третий раз, как я плаваю в Омском бассейне. Как вам? Ну, вода тяжелая, если честно, по сравнению со своим. Мы плаваем по короткой воде, а здесь бассейн 50-метровый, тяжеловато в первый день. У Омской области есть опыт проведения соревнований всероссийского уровня и все условия для этого. 50-метровая дорожка, электронная система фиксации результатов спортсменов. Только коснулся рукой бортика, на табло мгновенно высвечиваются возможности каждого. Внушительная помощь судьям. Судить могут судьи с любой категории, тем более, чтобы получить высокую категорию, нужно начать изначала. И мы всегда приглашаем студентов без категории судить. Ошибок мы стараемся не допускать. У нас всегда есть старшие товарищи, которые нам всегда подскажут, если что-то мы вдруг делаем неправильно. Но, как правило, ошибок никаких не допускается. Состязаться молодые пловцы будут 3 дня. В программе соревнований еще масса дистанций, на которых спортсмены смогут проявить себя. Финалы пройдут 11 июля. Победители и призеры второго этапа третьей летней спартакиады молодежи пройдут отбор в Омске. Лучшие из лучших будут соперничать уже в конце августа в Казани в финале соревнований.